Это Сан-Педро, источник, грязевой источник. И здесь все получают максимальное лечение. Вот здесь грязь. Сейчас я вам покажу, как выглядит эта грязь. Как это выглядит, эта грязь. Далеко мы не пойдем. Вот, то есть это та грязь, которую мажут на себя люди. Мажут. Сейчас мы вот достанем ее. Вот, смотрите, какая она. Опа! Вот такая, такая грязюка. Видите? Вот, и мажем колени, мажем руки, мажем все тело. Вот как я выгляжу. На грудь я не помазал, помазал только плечи. Вот помазал свой, как говорится, радикулит. Вот такая грязь. Вот такое вот озеро. Вот, так что сейчас это мы смыли водичку. Вот такая грязь. Вот, сейчас мы выходим. Встретил тут девушку из Литвы. Вот, я тут еще экскурсоводом. Познакомился вчера с нашими латышами из Риги. Вот, так что вот такое тут удовольствие. Так, идем дальше. Вот, испанская музычка у нас тут играет. Вот, девушка из Литвы, вот из Латвии наши друзья. Так, девушка, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Вы из Клайпеды или из Ирландии? И там, и там. Так, что мы лечим сегодня? Какие у вас есть проблемки, радикулитики, там астрохондрозики? Нет, ничего. Это для общего здоровья, да, для общего. Вот у нас тут соляная канавка, видите, потом смываем все, как говорится, дуни. Как эти дуни называются? Это мы смываем... грязь эту, как она грязь? Лечебная грязь, да, вот. А юс на куренса? Ну, Латвия, сайга, ну, узрей зад позыст. Сказать, за компанию. За компанию, да. Ну вот мы тут все за компанию собрались. Криво рунаёши, летувеши, он латвеши, он криви, он вел балт криви, он украине, он ветые спани. Ну все понятно, да? Вот, так что вот. А там у нас что? А там у нас решеточка и соляные копи. Вот, добывают соль. Вот рядышком за ограждением озера, и там добывается соль. Запускается морская вода. Она розовая, да, она высыхает, после трактором идут и собирают соль. Вот, а здесь у нас вот фламинго, вот, ну, наверное, далековато не видно, можно, конечно, приблизить это все дело. Вот, попробовать приблизить, вот, там вот плавают фламинго, вот, вдалеке. Вот, ну, насколько я максимально мог это увеличить. Так что, ну вот, такая природа, такая красота здесь. Вот, такое здоровье. Ну, после 5-6-7 сеансов ваши радикулиты проходят, я так понимаю, проходят. Да? Проходят радикулиты, проходят астрохондрозы. Вот, все, значит, здесь мы мажемся, здесь мы вот тут смываемся. Здесь мы проходим соляные, вот еще грязи такие соляные, вот мелкая соль. А ну-ка давай попробуем, что тут есть действительно. Надо показать вам, как соль выглядит. Вот, а то вы не поверите, вот розовая водичка такая. Вот, сейчас мы попробуем зачерпнуть тут где-то соль. Главное, что в этом деле, не шкандыбнуться, правильно. Вот, тут где-то она должна быть, вот она, по-моему. Сейчас мы посмотрим. Но она тоже такая, тут надо туда дальше проходить, там это соль. Вот, так что, вон там мужчина мажется тоже. Вот, так что, ну вот такое здоровье. Вот, такое у нас здоровье тут. Вот, так что, все, друзья мои. А там дальше Сиваш море, 7 квадратных километров. Вот, и там очень теплая вода. В марте месяце там уже 20 градусов вода. Вот, как минимум 20 градусов. Так что мы сейчас здесь смоемся. Вот. И потом пойдем туда купаться. Вот, так что
С вами был физиотерапевт Юрий Журавлев. Кто хочет избавиться от таких вот всяких разных болезней, приезжайте сюда, в Сан-Педро. Вот, проходите профилактику, и ваши радикулиты будут навсегда забыты. Все, всех благ, всего хорошего. С вами был Юрис Журавлев. Он Айга. Бомерт. Бомерт. Из гриба по той берзе не обет, ну ладно. Все, чао-чао, друзья мои, пока-пока. А вот так мажутся у нас испанцы. Вот, местный испанец. Ой, больше, тут вся система Менделеева здесь. Поэтому вся... Вот, вот так мажутся у нас испанцы. Вот так вот они живут до 100 и более лет. Вот, так что вот, вот так вот. Да. Вот, музычка, танцики, Вот, да, так что вот, Вот так вот лечатся у нас тут испанцы, живут. И живут, да, и радуются жизни. Вот, так что вам желаю такого же здоровья всем. Все, с вами был физиотерапевт Юрис, Юрий Курис, испанский Журавлев. Все, всем пока-пока, друзья мои. Все, чао-чао. Мейтенес, помысите родственям. Вот, как у нас мергайте, усклапите. Вот, водичку попить, дервотер, Дерквакер, дершлёп, Все, друзья мои, пока-пока. Вот такая вот погода. Вот такое вот море, такое вот солнышко. Вот такое вот небо сказочное, такое вот море. Пенсионеры загорают, купаются. Вот, так что только что ваш покорный слуга искупался. Вода 25, воздух 29. Вот, так что отопления тут никакого не надо. Ласковая погода, теплая. Вот, вот люди потихонечку подтягиваются. Вот, так что повышаем гемоглобин, лейкоциты, эритроциты и все остальное мы улучшаем. Вот, так что вот такая у нас красота. Девушки красивые вот пришли купаться, загорать. Так, я шапочку должен свою забрать тут. Вот, шапочку забрать. Вот. Все, друзья мои, до новых включений. С вами был купающийся мальчик Юра Журавлев. Все. Всем пока. Хорошего настроения. И вам, как говорится, не плашать. Вот, и вам, как говорится, не плашать. Вот, так что хорошего дня. Вот, с вами был Юрий Журавлев. Все, пока.